Всем-всем-всем большой привет! С вами Кочерыгина Анна, и сегодня снова очередной обзор покупочек из магазина Fix Price. Покупок не очень много, но хочется с вами поделиться. Очень понравилась вот такая вот игрушка, конструктор. Мой малыш любит все разбирать, ломать, откручивать колеса, и в итоге игрушка сломана, да? Здесь же, вот посмотрите, есть и отверточка, и гаечный ключ. Здесь он может все разобрать и собрать. То есть такая игрушка, она и моторику развивает, и мышление у ребенка, фантазию. То есть классная игрушка, очень хорошая покупка. Вот также беру вот такие вот хлебцы. Всегда всего лишь 16,60, стоит здесь 150 грамм. Увелка, овсяные хлопья и 4 злака. По 25 рублей они тоже постоянно берем. Ручки всегда идут в лед. На этот раз взяла гелевые ручки. Посмотрите, тут еще есть и запасные стержни. 4 ручки и 6 стержней. 55 рублей или 50, точно не помню. Еще взяла ребенку вот такую игрушку. Это растущая игрушка. Наливаете воду, да, кладете туда его, и вылупится у вас из этого яичка вот такой тигренок и вырастет. Ему будет очень интересно. Хоми Стар всегда беру. Вот взяла с лимоном на этот раз. Очень нравится. Чищу им раковину. И соки по 8,30. Теперь постоянно их там беру. И также вот Максюшке вот такую штучку беру. Воздушные зерна пшеницы за 10 рублей. Ну, всем спасибо за внимание, до новых встреч. И напишите, пожалуйста, мне в комментарии, если вы что-то из этого тоже берете в фикс-прайсе.